Get her now! Оператор. Найдите технические условия для хлоробромометанового оружия. Уже ищу. Похоже, это какой-то граномет. Но что ему делать на атомной станции? Окей, у меня кое-что есть. Оно применяется при ядерных авариях, когда невозможно добраться до огня при помощи шлангов или огнетушителей. Гранатомет выстреливает гранатой при взрыве, которым высвобождается хлорбромметановый газ. Он буквально душит огонь, изолируя его от кислорода. Побочным эффектом является то, что при попадании его в легкие человека, они наполняются жидкостью, которая их просто заливает. Спасибо. Мы вошли и готовы двигаться. Готово. Идите к расширенной площадке радиоактивных отходов. Первый заряд разместите там. Направляйтесь по тому узкому мостику. Он приведет вас куда нужно. Та площадка закрыта. Я направляюсь в центр логистичного контроля, чтобы открыть кое-что.
Они разделяются, сэр. Человек все еще находится на узком мостике над турбинами. Возможно, он направляется к хранилищу ядерного топлива. Я только что потерял женщину. Пошлите половину наших постов ему на перехват. А все оставшиеся наружные посты пусть зайдут внутрь станции. Под вами находится центр логистического контроля. Я позвоню, как только попаду внутрь. И еще, из бормотания радио можно понять, что вам придется двигаться навстречу стреляющему антитеррористическому снаряжению СВАТ. Base, sniper.